Приветствую, друзья, на Crowbow Play. Меня зовут Владимир, и сегодня мы продолжаем прохождение игрушки 7 Days to Die. Итак, друзья, сегодня по планам у нас будем начинать утра, будем понемножку улучшать нашу базу. По крайней мере, я хочу улучшить первый уровень, да, в булыжник, да, а потом уже посмотрим, как там дальше будет, да, потому что, ну, у нас здесь-то все уже в цементе, бетоне, да, и основная колонна у нас тоже в цементе. В бетоне, да, вот, а это я хочу чисто ставить в булыжник. Дальше мы, как вы знаете, да, у булыжника более, как говорится, повышенная стабильность, да, чем у дерева. Ну и дерево сам по себе, да, такое. Это только для начальных стадий хорошо, а дальше уже надо как-то чуть по-другому это все выстраивать. Плюс еще, что для чего мы сейчас улучшаем базу, я хочу получить очки, чтобы закинуть парочку очков в добычу руды, да. Так как у нас с этим проблемы пока что, потому что мы ни одного очка туда не вложили, как-то я упустил этот момент. И это не есть хорошо. Так что нам будет парочку очков. Ну сейчас улучшим, потому что у меня есть сколько, 1000 с лишним булыжника у меня, да. Я думаю, что по крайней мере... Основную часть мы сможем уложить в булыжник, а там уже посмотрим. По крайней мере, хоть в смысле. Серьезно? Надо как-то более так аккуратно это все делать. Вот, ну и а потом, конечно, пойдем мы за пойдем по квесту. Ну, не знаю, ли смогу это сейчас тут. Ну то, что не доделаем, мы увидим сразу снизу. Так, сколько у нас там еще 600 осталось? Это 60 блоков плюс-минус. Несущую стенку тоже мы повысим. И все от него исходящее. Мы, конечно, не можем. Ну и потом пойдем по квесту. Полутаемся. Надеюсь, найдем книжки, чтобы мы могли создать... Сигель, нам не хватает, кажется, 5 книжек для... Где сейчас, секунду, тигель, потому что мне нужна сталь, как пить. Я пытался уже добыть ее, тигель, а нужно еще 9 книжек, да? Блин, это много. Я уже пытался добыть сталь и, да, из лампочки, ламп, которые там на улице у нас, да? Они дают там от 1 до 3, ну это уже как дроп тебе там, великий рандом. Плюс у нас не вкачана, типа, добыча повышенная, да, для этого процесса. Для этого потом и так получается. Так, это мы улучшим. И в идеале бы, конечно, еще бы этот первый уровень весь поднять. Который мне не удается. Сколько там? 220 блоков, как я могу поднять. Таким образом. Глины нету. В том у тебя, блин, да, глины не хватает. Бляха, муха, муха, бляха. Да, и глина закончилась. Ну не глина, вернее. Ну да, у нас глины не хватает. У нас есть камень. А глины нету. Можно, конечно, накопать, чтобы не тратить топливо. Сколько времени сейчас? 2 часа. Мы можем выйти чуть покопать. Но не хочу тратить топливо. Пойдем покопаем чуть глины. И будем двигаться на квест. Да, видите, как отстойно. А перед этим у нас один... 2 удара, и было полностью собрано все. А здесь сейчас вообще не алло. 87.
Да, очень так слабо собирается. Ну ладно, это мы исправим. То сейчас пойдем квест пройдем, у нас повысится уровень. И все очки сейчас закинем полностью в добычу этого, как его. Руды. Ну или там любого процесса, который надо добывать. Сколько у нас сейчас там, блин, 132. Вообще отстой. Так, я походу сейчас не слишком этот увлекся этим процессом. Как помните, нам надо выровнять эту всю территорию. Потому что, ну, я хочу, чтобы была здесь красивая ровная поляна. Ну да ладно, сейчас все, блин, забили на эту херню. Я создал, как видели, добур первого уровня. Он хоть и немного дает, но все-таки экономит нашу энергию. Ну, да сейчас у нас просто с того, в связи с тем, что у нас нету ничего не вкачано в добычу руды, у нас получается проблема в этом плане, да. Ну, надеюсь, это мы исправим в скором будущем. Так, что я хотел еще здесь доделать? Вот это я хотел доделать. По крайней мере, несущие стены. В смысле? А, надо делается. Потом наружу пройдем, проверим, что там надо еще сделать. Так. Отлично. 70 еще осталось. Так, хорошо. Но это не сложно, что надо сделать. Серьезно, давай быстрее. Ну и это осталось. Раз. Два. И тут у нас будет что-то. Вообще копейки, ничего толкового у нас тут не будет. Так, хорошо, ладно. Тогда мы выйдем, сделаем так. Угол один. Два. Ну и все. Остальные сейчас... То, что у нас там осталось, сбрасываем сюда. Доски, ткань, щички, шмишки. Это нам тоже сейчас не нужно. Это сюда отставим. Распределение. Так, это надо выложить, так как у нас она стояла вот здесь. Кровати у нас тут пола пока что нету. Будет у нас такая пока что. Не хочу крафтить ничего другого. Так, ладно, это сделали. Так, что с едой? Нам надо взять еду с собой. Еда. У нас есть... у нас есть... Только 10? Ну ладно. 10 так 10. Так, короче. Значит, так, что нам покушать надо, да? Сколько ты даешь? 50, да? И здоровье. Ладно. Когда доедем до точки квеста, это все сделаем. Ну что, поехали. Как раз к рассвету прибудем туда, куда нам надо. Ну, я как обычно, друзья, чтобы не засирать трафик, я первую катку пробегу сам, ну, типа, залутаю, двойное лутание. Потому что, знаете, я любитель двойного лутания, так нам нужны эти книжечки, нам нужен тигель. Как только мы сможем создать тигель, это будет совсем, это уже, считаю, мы справились с игрой, потому что дальше у нас будет... Все зависит от стали, да, и стальные нагрудники, стальная броня, все остальное. Мне в идеале бы вообще до следующей кровавой луны построить парочку мясорубок и поставить около базы, основания базы, потому что они что-то агрятся на меня в связи с этой новой технологией, да. Так, это что у нас за место? Это у нас получается склад. Блин, ну тут будет, надо будет... Заходим сюда, выходим где-то там, да, скорее всего. Через все вокруг. Так что, друзья, я начну зачищать уже понемножку. И как начну уже самую основную задачу проходить, тогда я к вам подключусь. И мы уже будем оттуда уже продолжать прохождение. Так что, друзья, не отвлекайтесь. Идите, приготовьте там кофеек, чаек. Скоро будем. Ну так, друзья, вот с таким лутом мы выбежали оттуда, да? Ну, конечно, эти я купил, чтобы это не было со мной вместе. Я их купил отдельно. И давайте-то скидывать.
Все, что нам пока что не нужно. Так, это не нужно, не нужно. Это тоже не нужно. Это что у нас? Зачатка часовым механизмом тоже не нужно. Так. Что еще надо скинуть здесь? Вот это можно скинуть. Ну, конфеты можем оставить пока что. Потроши, ну это можно ставить, это можно скинуть. Скинуть. Ну и еще вот это можно скинуть. И отлично. Ну что ж, друзья, погнали. Зачистка. Так, смотрим, что у нас здесь есть вообще. Ничего нету. Давайте проверим сейчас. Сразу можно было, конечно, туда забежать. И взять... Ну, самый топовый лут уже, который там есть, да? А здесь нам надо что надо сделать? Очистить... А, просто надо очистить область. А, понял. Окей, хорошо, я лучше. Ай, у меня же сотрясение мозга, блин, а я же таблетки не взял. Ладно, будут такие вот... Время от времени вот такая херня стучаться. Да, пацаны. Есть кто дома? Блин, с таким скоростью скоро очень быстро машину наберем. Так, давайте мы пихача сюда засунем. Убегаем. Отлично. Таким скоро и тоже и образом скоро закончим и... Роботехнику. Мне, блядь, надо это, как его, цемент найти, как его найти, бетономешалки. Так, тут один чувак сидит, присел. Как я люблю их ваншотить с этим, блин, жезлом, просто это огромное удовольствие. Один удар, и они отъезжают. Ну, конечно, иногда надо побольше, чем один удар, но бывают такие вот залеты. Это скинем. Нам не надо так, металл оставим. Что там, а, кожу дали. Кожу дали. Вот, друзья. Да, сейчас на главном... Мне надо как-то тигель найти, блин. Я даже, может быть, блин, не знаю, смотаюсь по торговцам. Так у них обновились все... Ресурсики, может быть, у кого-то и будет тигель, блин, купим тигель. Блин, чтобы мы могли уже сталь сами добывать. Так, здесь никого. А, уже сдох. А, если электричество работает еще, значит не сдох. Спускаемся вниз. Здесь у нас ничего. Ой, блядь, забыл про это. Твою мать. Так, значит, друзья, блин, все-таки я думаю, нам надо будет заняться вот таким процессом. Какие-то не очень жестокие здесь, блин, попадаются. Это что? Кровотечение, у нас такой же мод есть. Здесь ничего. Так. Мало ли тут появятся какие-то нежеланные гости, они появятся на ночь. Вот я не жарил. Лобешник снесли мы, все. Ничего. Там тоже ничего, туда не залезть. Так, сейчас мы прибыли куда? А мы прибыли... Так, тут будут чуваки. Yeah!
там пихач работает, да, я понимаю. Или нет, это снаружи они там буянят. Я, короче, походу какую-то топовую книжку получил. Да. Его нахуй, наверное, на улицу выбросило вообще к чертовой матери. А, вот уже. Так, мы-то получили раковину, когда так могут взломить так мало пулей. Вот хитрость, которую занимали по добыче свинца, латуни и сантехники. А-а-а. Я понял. 30 еще чуть-чуть. Мы скоро уже мотоцикл сможем, друзья, создать с таким, блин, темпом. Так, здесь у нас больше ничего нету. Мне эти ресурсы вообще ни, нахер не сдались пока что. Так что здесь надо скинуть мне? Вот это надо скинуть. Это можно скинуть. Ну, водичку можем оставить пока что. Это можно сломать. Ну, остальное оставляем. Так. Здесь. Просто Пиханыч напихивает, давай, Пиханыч. А ты чё там выпендриваешься, чувак? Мне бы найти таблетку нахрен на того, чтобы вот этого, блин, сотрясения у меня не было. Сука. Как-то я перед этим, как зачищал, я забыл то, что когда мы заходили, это уже была финальная зона. И там чуваки уже меня поджидали, да, за углом. Некрасиво таким. Не такие нехорошие они были. Так, сюда. Проверяем почтовый ящик. Изготовление, я понял. Так, здесь у нас столовая. Ну, Пиханыч. Паночка, конечно, красавчик. Просто отлетел, как не знаю кто вообще, огонь. Кофе нахер не сдалось. Ну это нам нужно по заданию. Ну и что здесь? Косточки нахер. Да, кукуруза возьмем, если что выбросим потом. Еще одна кукуруза. А, нет, не кукуруза, а так что здесь еще вкусненькое. Хакер, ну это у нас сбор трофеев. Не, нахер, не надо. О, это не работал до этого. Красный чай, вода, кофе Рудокопа, дедушка на получение. Да, я купим. Сколько там минуту? А, заберем, выпьем сейчас. Как раз мне надо покушать. Ну и сколько ты тут делаешь? Добыча руды, это мы оставим. И здесь сколько ты... 6 минут, но за 6 минут я не дойду до этого конца. Мало лучше. Так, заначка, мы взяли заначку? Да, заначку взяли. Не то, что заначку, а задание. Так, это можно взломать, это можно забрать. Так, это забираем. Просто, я не знаю, я как-то, я думал, что ловкость очень мощная ветка, ну, блин, сравнить с этим жезл просто, если получишь жезл еще максимального качества, я не представляю, что он будет вытворять. Дайте мне, блин, какие-нибудь лекарства, мне надо таблетку от сотрясения. Так, тут будут чуваки. Давай. Ну бежите, бежите. Пиханыч работает, Пиханыч работает, красавчик. Думаю, уже больше не станет. Ну, встал. А, это Ферал. Так, ну, тут была раньше аптечка, но ее больше нету. Печалька. Так, что здесь у нас? Есть что-нибудь вкусненькое? Ничего. А здесь?
Мы разломаем косточки, нам не нужны пока что. Клея у нас там достаточно, и косточек у нас тоже много. Так, здесь должен быть ворон. Это стервятник, иди сюда. Ну иди, иди, иди сюда. Ну иди сюда, иди сюда, иди сюда. Ну я здесь. Главное вовремя ему дать звездюлей. Здесь, друзья, здесь будет чуть-чуть опасненько. Опасненько. Здесь у нас будут песики. Ну, как-то так. Да. Ну, здесь еще должен быть ящик, да, вот он. Ремонтный инструмент, мне не нужны ремонтные, мне нужны, блин, строительные. Так, здесь уже все, походу, залутали, да, там, туда, не там. А, там что-то еще было, подожди, что застрял дубина. Куда, что, куда эта дорога ведет? А, это наружу, наверное. Так, хорошо, ладно, хер с ним. Здесь закрыто, ну, возвращаемся. А, тут еще есть ящичек. Кукурузу нахуй заберем. И наверх. Так. Во, отлично. Как они знали, что мне нужно это? Так, там дружище сидит. Ой, сразу ему, даже он не спехнул там на меня грыхнуть и получил по лицам. По лицу, я имею в виду, по лицам. Так, что еще? А что я кости собираю? Мне же не нужны кости. Так, с едой пока что еще не буду, будем до 50 как спуститься. Потому что наш стейк, он восстанавливает 50 еды. Так, здесь будут чувачки снова. Даже возьму. Ну, Пиханыч, давай, работаем. Ни одного ферала не было. Ну, это неплохо. Забираем. Что у нас здесь вкусненького? Давайте забираем все нахер с ним. И это что у нас урон магнум, калибр. Ну, магнум у нас нет, но все равно изучаем, что нам. Бесплатные очки. Так, это мы сейчас, конечно, выбросим. Это мы разломаем. Это разломаем, это выбросим. И сейчас я могу, конечно, бухнуть бонус добычи. Не знаю, ли это работает на бонус добычи. Например, если я открою контейнер. Ну ладно, допустим. Так, хорошо. Что тут еще? Ладно, это все ерунда. Кукуруза. Блять, только что выкинул говно и собираю опять говно. Это безнадежно. Там здесь ничего. Ладно, здесь еще ящичек есть. Сейчас главное опять не попасть на ту самую херню, как я попался до этого. Здесь, кажется, у нас будут кости. Тут я возьму вот такую вещь. Да. Давай, Пиханыч. Ну все. Не, ну Пиханыч, это просто, блин, ты просто красавчик. Ты просто умница, я не могу. Просто бомбическая тема. С роботами. А потом еще появится у нас дрон. Блин, это вообще будет бомбическое. Что такое? А ты, у тебя начинается такая, да, херня. Забираем. Медицина. Ну, ничего такого. Тут шотган, мне самое какое-то хорошее оружие выпадет у нас, блин. Угу, оружие выпало, блин.
Нахуй разломаю, даже не буду с ним даже сейчас заниматься с этой херней. Что у тебя тут будет вкусненького? Ну, это можно забрать. Пригодится. Ну и что здесь? Роботехника. Это скинем, скинем, заберем. Ну и тебя надо взломать. Давай с первого раза, дружище, давай с первого раза, ну. Давай. Я, скорее всего, думаю, что эта конфета действует на, например, когда мы собираем лут из-под земли, да? Когда вот выкапываем сокровища. Но я не точно мир. Мне писал наш уважаемый зритель по поводу этого объяснения, что эти конфеты делают, да? Но я что-то, блядь, забыл. Да что ж ты будешь делать, блядь, 8 уже истратил. 9. 10. 11. 12, ты что, ебан? 13. 4. Я хуеваю просто. Да ты серьезно? Мне надо точно, блин, точно закидывать что-то в это дело. Вот, мне надо еще такие. Еще, блин, надо чуть-чуть таких. Так. Тут забираем это. Что тут можно скинуть сейчас? Ну, сэндвич можно скинуть. Это сколько ты стоишь? 176, блин. Большие деньги стоишь. Значит, тебя оставляем. Свинец. Это что? Железная стрела, хер с тобой. Скинем. Это нам ни к чему. Ну, и кого мы тут сейчас? А, вот это вот. Ну и все. Пошли. Сдавайте задание. Посмотрим, что нам за это. Что нам за это выделят. Где наш моцик? Давай скидываем то, что у нас тут есть. Есть нормально, да. Сразу напрямую к нашему. Да ты боже, сдеваешься. К нашему торговцу поехали. Так, значит, что мне надо было? Мне надо было найти парочку книжек для создания тигеля. А может быть, даже мы сейчас, у нас есть моцик, потом за тигелем съездим, посмотрим, может быть, у них продается тигель. Но это, скорее всего, я сделаю за кадром, или если вдруг там найдется тигель, тогда и мы к нему туда подключимся. Но это скорее, ну посмотрим сейчас посмотрим, что будет. Есть что-нибудь вкусненькое, пролетарий, да, давай. Отлично. 65. Еще и это как его, сталь. Вот это, блин, здание, конечно, огромное. Но там и лут, конечно, непростой. Ну, сейчас доедем, сдадим квастик. Два, сейчас две награды получим. Какие-нибудь, надеюсь, что-нибудь такое полезное. Был бы жезл отличный, с больше 100 уровня. Что такая нехилая тема. Ну или пихача, например, 6 уровня, вообще был бы бомба. Ну навряд ли он такой, такую нам, такой подгон нам устроит. Подожди, я же не посмотрел, что он здесь у нас ассортимент обновился. Мегадавка, ладно, пока что не будем идти вот так. Урон от падения, хакеры, кошачья грация, хакеры трофеев, ну нет, то, что нам нужно, нету. Не хочу тратить сейчас деньги на это дело. Так, что ты делаешь? Притязание, там, где кто-то заявил, время, что значит, однако тайны из этой книги могут не остаться без добычи нигде. На 20% больше урона, собственно, на земле. А, иди ты в ох. Короче, сталь и комплект журналов. Есть ли какая-нибудь работа, дружище? Есть нашествие, ликвидация? Принести, очистить. Я думаю, ликвидация, друзья. Ну, давай, чтобы посмотреть, что ты можешь там продать нам. Ну, у тебя ничего нет такого, я же тебе все продал, да? И ничего такого. Ведро. Я уже надеялся, что будет этот как его. Так, тут потроши.
Тигеля нету, книжек тоже не будет, потому что книжки я уже купил. Скорее всего, я сейчас просто тогда, друзья, слетаем до торговца какого-нибудь, того ближнего, да, чтобы там пополнить, купить что-нибудь, продать. Ну и продать не будем, ничего не продавать пока что, но купить некоторые вещи. Блин, я же не взял с мотоцикла некоторые вещи, это еще же не тоже целая херва туча всего. Так, раскидаем это все дело. Отлично, так, здесь мы скинем магнум, это скинем еще, что еще можно скинуть? Порох. Модификации мы скинем отсюда, это мы. Так, отлично. Блин, ну тут нормально, мы можем навариться по большому счету. Так, здесь скинем то, что нам здесь не нужно, это можно скинуть. Это надо, знаете, когда скидывать, вот сюда надо скидывать. Этот цемент нам надо понадобится, он попозже. Это нам на продажу. Так, у нас сколько? 21 тысяча. Ну, нормально, бабосиков неплохо. Ну, и я думаю, что 26 патронов скинем. С едой мы сейчас разберемся. Это тоже скинем. Металл. Надо распределить сюда. Это сюда. Ну, и открываем. Смотрим, что за книжки нам подогнали. Роботехника. Оглушающий жезл 5-го качества. А я могу его построить сейчас? Так, подожди. Что для него потребуется? Что для жезла надо? Жезл. Части жезла. А у меня есть такие вообще вещи? Подожди. Я вроде что-то такое подобное собрал где-то. Да, есть. Приколи. 25 металла. 10 кожи. Отлично. 10 этого, как его, скотча. И электро. Где-то у нас электрические компоненты. Да, я знаю, сейчас, дружище, покушаем. Подожди, не парни мозг. И оглушающий жезл следить, изготовить. Замечательно, 48 секунд. Так, друзья, так что, короче, я сейчас посмотрим, что мы сейчас сделаем. Я сейчас хочу проверить, сколько у нас вообще видео идет по времени. Или если где-то полчасика, тогда... Сейчас это ближе, сейчас проверим, посмотрим, сколько это все происходит. Ну так, друзья, где-то видео идет минут 20-32, так что мы все-таки еще отключимся, да, пойдем посмотрим, съездим к торговцам, и тогда подключимся, может быть, чем-то вкусненькое у них будет, и тогда посмотрим, что там будет, и тогда уже будем смотреть, куда будем дальше двигаться в этом направлении, или уже будем возвращаться, или, может быть, кому-нибудь залутаем, чем посмотрим, там, какой-нибудь домяр, там, пока что есть все время еще у нас, так что, друзья, никуда не бегайте, скоро вернемся. Итак, друзья, подъезжаем к торговцу, и одна такая вещь, друзья, да, и вы, ну, может быть, не знаю, кто знает, может быть, кто не знает, например, когда вы ездили по дефолту, когда ездите, да, чтобы поворачивать налево-направо, вам надо использовать мышку, но чтобы это изменить, друзья, чтобы видеть, мы управляем сейчас клавиатурой, да, направо-налево по с А и Д, да. И вокруг мы смотрим просто с мышкой. Это чтобы это сделать, мы просто нажимаем левую кнопку мышки, и мы отрубаемся, да, видите, сразу начинаем контролировать мотоцикл при помощи мышки. Ну, я люблю сделать кругозор, чтобы я видел, что происходит вокруг, и я потом использую клавиатуру, да, чтобы управлять им. И поэтому я всегда смотрю вот таким образом, да, чтобы мало ли там, что там, кто-то сзади у меня там, или что там может случиться. Я всегда вот использую такой вариант. Вот. Ну, это так, ну, может быть, кому-то кто-то знает, кто-то не знает, это такой маленький лайфхак к вам. Ну, это же не лайфхак, это просто управление. Ну и посмотрим, что у нас вообще будет здесь. И вообще, ну, по поводу ресурсов и так далее. Надеюсь, наконец-то мы... Мне надо тигель. Мне, блин, надо тигель, как, блин, пить дай. Иначе будет полнейшая жопа с этой сталью, потому что все уходит сейчас в сталь. Я по дороге еще, друзья, залутал лут, да, вот выполнен. Тут третья броня. Или, если что, продадим. Здесь прямо у торговцев, без всяких бонусов. Вот, ладно, идем смотреть, что у него там вообще есть.
и вообще есть ли у него что-то там. Да, вот сейчас у нас уже опять чувство восстановилось, что я не понял. Я же все-таки лутал здесь до этого. Или уже все восстановилось? Мне кажется, только на 21 день должно все восстановиться. Странно. Ну ладно, допустим. Дай мне книжечки, отлично. Еще чуть осталось, и у меня будет полностью. Да ты там успокойся. Не до тебя сейчас. Залутай все, что здесь, и проверим, что у торговца есть вкусненького. Так, тут ничего. Водичка. Тут тоже ничего. Здесь тоже ничего. Здесь тоже ничего. Да вот пипец. Вот и наглый. Ничего. Здесь даже обуви нету, блин, как обычно здесь бывает обувь. Ее нету. Так, здесь тоже ничего. Ладно, выходим отсюда. Идем дальше. Верстак. Серьезно, не дал мне книжки? Ты мод-жмот. Вот жмотина, ну. Посмотрите на эту жлоба. Так, что здесь? Здесь должен быть ящичек один. О, его нету здесь больше. Здесь тоже его нету, да, нету его тоже. Ой, ёпта, чуть не улетел вниз. Было бы самое атас умереть от своей дурости, блин, то, что ты... Ладно, заберем. Так, здесь ничего. Здесь залутаем это. Фургончик сейчас зачистим. Топливо, это хорошо. Топливо всегда хорошо. Типа, что у нас сейчас модов на потребление нету. Уменьшение потребления. Это очень нам пригодится. Кому туда пробраться к нему, блин? Вообще, ему не можно вообще пробраться здесь, к этому торговцу. Знаешь, у некоторых есть ниши, что ты можешь пробраться к нему. А то смотрю, блин, тут этот какой-то такой хитрый, к нему не очень так подлезть. Подожди, а может быть где-то какой-то тут... Вот, пропустил даже прям. Ну ладно, ничего толкового здесь не было. Ага, тут какая-то дырка. Может быть через эту дырку могут залезть к нему. А, херас два. Так, здесь ничего нету. Подожди, что это получается, что они... А, не, вот еще есть все-таки. Все-таки это получается, все восстановилось, да? Ну, здорово, здорово. Ничего больше, тут я все залутал, да, все залутал. Так, что у тебя здесь еще есть? Ну, это я уже проверил, к тому лабораторию пустая. Так. Что у тебя тут вкусненького? Дробитель черепов, обмен. Вот-вот-вот, мне это надо купить. Кошечья грация нахер не сдалась мне. Пойло, не буду покупать, слишком дорого. Повтори кисаря. А что здесь? Ой. А я могу взломать автомат? Ну давай. Ну а, по-любому сейчас еще мы потратим 1000 этих. Я, чувак, сейчас просто снимаю наличные с карточки, так что не переживай. Долго занимается, просто забил пин-код, постараюсь вспомнить. Ну, давай. Чуть-чуть стиснись. Отлично. 385 баксов, неплохо. Ну, рассказывай, что у тебя здесь есть, дружище. Что у тебя в инвентаре интересненького? Стальная кирка, солнечный элемент. Поместить солнечный элемент в солнечную батарею для генерации электроэнергии. 86 тысяч, пошел ты, ты знаешь куда? 86 тысяч. Модификация тройная сумка, возьмем... А зачем я взял ее? У меня ж... А, не, подожди, мне кажется, было где-то, я мог ее засунуть куда-то. Так, двигатель, тигель нет у тебя, дружище? Нету, походу, да? Нет у тебя тигеля. У тебя есть все, блин, то, что мне не нужно. Ах ты жопа. Граната, пули, композитный арбалет, 5 штук. Не, не буду брать за такие деньги. Мир инструментов. Забираем все нахрен.
Так, что тут еще у нас по еде? Ну, так себе, ничего такого. Антибиотики. Здесь ничего. Ну, здесь You тоже come ничего. back sometime. Окей. Механический инструмент качество 2. ПП качество 3. Это отлично, это мы сейчас сделаем, когда вернемся домой. Охотничье ружье качество 3. Так, и значит, что нам надо сделать, друзья? Нам надо сейчас сделать, надо поменять где-то двойной вот здесь модификации. Убираем тебя и ставим сюда. И у нас полностью все открыто. Все ячейки открыты, даже не используя ни одного намула, ни одного, ничего. Так, значит, что? Значит, у нас тут тигеля нету. Sorry, I didn't Ну, have what you needed. печально. Come back soon. Е, We да. restock often. А подожди, щуку-то Лутецкий. Это что за Лутецкий? Я не понял. Ладно, поехали за ним. Ах, от какого? Подожди, я же собрался, Лутецкий. Ну ладно, допустим. Ну то есть там Лутецкий, надо ехать за ним. Ну все, наконец-то. Ну, короче, друзья, я поехал с Лутецки, какой-то валяется там Лутецки, надо его проверить. И тогда подключимся, друзья, никуда не бегайте, скоро вернемся. Итак, друзья, приехали мы к какому-то еще очередному луку. Я не знаю почему, но тут еще один лук у нас. Ну, так себе, ничего особенного. Книжечки, парочку. Ну, вот и тут еще книжечки открыть. Роботехника, электроника. Ну и что у нас-то? Лучина для брони. Отлично. Итак, друзья, я думаю, что сейчас мы знаете, что сделаем, друзья? Мы пойдем, так как мы находимся очень близко, ну, сравнительно близко, мы пойдем копать сокровища. Полкилометра. А то этот сокровище уже висит очень долго. Так, где у нас? Даже надо его отслеживать. Давай. И здесь, друзья, я вам покажу технику, как, ну, чтобы, например, не тратить ваше время драгоценное на поиски вещей, вы можете улучшить некоторые способы добычи вот этих складов, кладов, да, которые там у вас будет как-то плюс-минус пока выпадать в лут-боксах, да. Потому что у нас кстати, тоже еще висит еще один, но это, наверное, скорее от такого же самого чувака, потому что мы не могли его взять. Я надеюсь, что он не будет на какой-то горке, это будет отстой, если он будет на горке. Но, скорее всего, не будет на горке. И потом тогда еще, друзья, сразу отсюда я поеду, съезжу в зиму. Я надеюсь, что доеду до ночи туда. Проверить все этого чувака, может быть, в нем будет то, что мне нужно. Итак, смотри, что мы делаем, друзья. Мы делаем такую вот вещь. Один блок. Другой блок. Третий блок. Четвертый блок. И начинаем копать. И знаете, да, восстанавливается, то бишь уменьшается круг. Уменьшается круг после 10 копаний. Ну, заодно мы тут накопаем себе, как его там, так, и сейчас смотрим, друзья, что мы делаем, и просто смотрим, куда он двигается. Он двигается в сторону центра, сюда где-то, и можем мы предположить, что лут будет и здесь.
Если можем еще раз проверить, куда он двигается. Да. Мы вроде бы в правильном направлении. Ну вот видите, мы нашли, не тратя очень много времени на это все дело. И так он находится на глубине 4 блоков, если я не ошибаюсь. Ну, конечно, там можно улучшить это, конечно, в будущем. Давай. Что тут вкусненького нам дадут? Патроны. Ну и сразу сейчас готовимся к нападению. А где зомби? Не понял. А зомби нету? Вроде бы должен был появиться. Ну тогда, значит, друзья, покопаем пока что. Он нам нужен все равно. Так, мы улучшаем базу. Просто нафиг. Получите и распишитесь. Все закончилось. А где мое топливо вообще? Че, выложил сюда, что ли? А нет, не выложил. А как это так? А если у меня вдруг сейчас закончится топливо? 38% только. Ладно, короче. Друзья, мы сейчас направляемся в зиму. К трейдеру этому. Ну и как приблизимся, тогда подключу, друзья. Никуда не бегайте. Ну что ж, друзья, приехали мы к зимнему торговцу. Ну, походу, здесь ничего не восстановилось, не обновилось, ничего не... Надеюсь, у него будет... Ну, тут, блин, оружие и все остальное, навряд ли у него будет сигель. What do you need? Ну, покажи, что у тебя есть, дружище. Оглушающий жезл, иди в баню, не нужен мне. Бетон. Сталь. Ну да. Ну ладно. Бля, зачем я купил его? Ай-яй-яй, дубина. В ролях пожарного. Заберем. Любитель бейсбола заберем, тактическое оружие заберем. А, нет места. Those damn things are selling like hotcakes. Ну? А где бонус? Итак, смотрим, что нам за бонусы дали. Так, короче, у нас есть 100. Подожди, мои книжки. А ничего бы что-то не закрыл? Нет, ничего не закрыл. Ладно, смотрим. Ваш инвентарь. Книжечки. Ходим с луком, заберем. Тактическое оружие тоже заберем. Дальше. Ну, как обычно, ничего. Вот здесь у нас... Ах ты, какой нехороший человек. Забираем. Сколько у меня денег осталось вообще? 9000. 3 мясорубочки, друзья, купили мы. И мы создадим еще одну. У нас будет 4 мясорубки. И это будет шикарно. Спусковая плита. Генератор. Но я думаю, что это уже в следующем эпизоде мы будем улучшать наш коридор смерти, по большому счету. Ну и нихера нету, да, здесь. Ну вот. Да, печалька. Ну что ж, друзья, я думаю, на этом мы сегодняшний эпизод мы закончим, да, и... Скорее, будем готовиться к следующему. Так что, друзья, если какие-то есть советы, рекомендации по поводу игрушки, вот, не стесняйтесь, оставляйте комментарии под этим или под любым другим видосиком. Если вам понравилось видео, конечно, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы получать новое оповещение насчет видосиков, да. На сегодня с вами, друзья, прощаюсь, всем доброго и пока-пока.